Советую, ребята, вам подписаться на канал Спаров Илья. Этот канал уже довольно-таки, ну, я бы не сказал, что начинающего летсплейщика. Это канал довольно-таки старенького автора, и он сейчас решил его восстановить. В общем-то, ребята, переходите на его канал по ссылочке в описании, обязательно поддерживайте его лайкосами, подписками, ну и, конечно, передавайте от меня большущий и пламенный привет. Ссылочка на этот канал будет в описании. Так, ну что ж, ребята, первый хэллоуинский голдик в нашей ЗЛПхе. Сегодня у нас X10 голды, и первый золотой у нас будет на центре. Окей, давайте вот таким способом, в принципе, упадем в минус. Я буду ловить и пытаться его взять на диктаторе. Не знаю, что из этого у меня получится, но... Но-но-но-но-но. В принципе, попытаемся. Окей, в принципе, здесь уже... Смотрите, сколько диктаторов. Меня затонирован клан хочет подсадить, да? Давай. 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 Еее, спасибо тебе большущее, затонирован в хлам. Первый, ребята, голдик у нас ЗЛП, и я его беру. Конечно, не без помощи подсадки, но спасибо тебе, братишка, большое. Я думаю, ЗЛПшку увидишь, порадуешься. Вот, ну а мы переходим к следующему золотой тыкве. А тем не менее, у нас уже второй золотой ящик. И будет он опять на центре. Это очень круто. Не, на самом деле, вот сейчас у нас, ребята, проходит Хэллоуин, и у нас, мать его, X10 голды. Точнее, X10 возможность сбрасывания этого золотого ящика, этой золотой, точнее, тыквы. Потому что у нас сейчас Хэллоуин, у нас падают тыковки. И это очень круто. Сейчас я надеюсь взять просто так этот голдик, без подсадочки. Ну, я, кстати, ребята, буду сначала гонять, но она уже летит, ёпарасоте. Она уже просто летит. Давай, братан, давай. Просто я, ребята, обязан отжать. Нет! Как он так залагал? Я не понимаю, как так можно залагать на всех и забрать этот золотой ящик при этом. О, боже мой, все. Давайте переходим к следующему золотому. Так, следующий золотой ящик у нас, конечно, его скинул игрок Аскет без нервов. За что тебе большое спасибо. И голдик у нас будет на центр. В принципе, это очень-очень офигительно. Так, ладно, давайте, знаете, я какую тактику себе нашел, что сперва нужно немножечко вот так постоять. Теперь нужно самоуничтожиться. И вот сейчас уже можно пытаться взять этот золотой. Так, окей. Ой, как смотрите, как дроп у меня прям хорошечно. Ой, это просто вообще замечательно. Просто хорошечно, замечательно и обворожительно. Так, давай, братан, давай. Ладно, переходим к следующему золотому. Не бомбим. Так, следующий золотой бек-ящик. Нормально. На карте у нас уже сыпется чуть ли не пятый золотой. Кстати, ребята, я не знаю. Если я там буду говорить, что пятый там золотой, а вы видите только второй золотой, то не удивляйтесь. Просто я там некоторые фрагментики из ЛПшки, ясен фиг, буду убирать. Так, я вижу уже, где у нас будет тыковка. Так что... Ой, меня какой-то ДЦПшник начал палить. Сейчас Нифига здесь киллзоны нету. Эй, давай, убей меня, привидение, пожалуйста. Вот, сейчас подождем. А, тыква уже летит, твоя лошара. Я, мать его, лошара. Я сейчас не успею по-любому. Ну, давай, респайся побыстрее. То самое чувство... Ой, мне кажется, или он сильно быстро пролетел? Ребята, дабл голд. А, это не дабл голд, это у нас, короче, сбросил второй золотой ящик. И он будет тоже на центре. Блин, ну это, я даже не знаю, как относиться к тем голдам, которые сбрасывают именно у нас участники. Вроде как бы круто, вроде как бы здраво, у нас больше золотых, но все-таки хочется у нас рандома. Рандома хочется от разработчиков. Именно, чтобы их голдики были самые рандомные, самые четкие и самые невообразимо крутые. Так, золотой, меня хочет подсадить. Ну ладно, давайте, ребята, попробуем подсадиться. Если сейчас у меня это все дело получится, то это, в принципе, будет круто. И второй голдик в ЗЛПшке я взял с подсадочки. Ну, думаю, тоже ничего страшного, никто не обидится. Поздравляю меня и переходим к следующему голду. Так, ребята, у нас золотой ящик. В деревне у нас голдика нету. И, кстати... А, нет, он будет, короче, на самом центре. Смотрите этот дроп в упадении, точнее, точку упадения голда. Окей, сейчас попытаемся ее себе забрать. Голдик, ну давай, ну пожалуйста. Я хочу его просто на язычах отжать. Не-н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 е, собака такая тупорылая, ты что делаешь-то, животина?
Вот таких вот чуваков я вообще не понимаю, зачем там кого-то выцеливать на голде, это же голд, мазафак, братан. Я вот сейчас больше чем уверен, что вот этот чувак, он даже за голдом, ребят, не поедет. То-то я вам серьезно говорю, вот этот чувак даже не поедет у нас за голдиком. И мы отжимаем, да, детка! Просто третий золотой ящик. Это офигеть как круто, ребята. Все, переходим к следующему голду. Только я выключил запись, и у нас сразу, видите, даже еще прошлая запись не прошла, то что я как бы это, взял золотой ящик. И у нас сразу дабл золотой. Это офигеть как круто. Блин, ну ладно, окей, давайте сейчас попытаем опять свое счастье в поимке этого голда. Может быть, мне вот так нужно поворачиваться. Когда я вот так поворачиваюсь, я в принципе голдики отжимаю достаточно неплохо, окей. Попытаемся, все-таки попытаемся. Вайдер у нас, походу, стал фартовым чуваком. Да блин, я это... Вот она, тыковка моей мечты. Тыковунька, а тыковунька. Тыковка. Да как? У диктатора викинг отжал, серьезно? Что за бред? Переходим к следующему голду. Так, следующий золотой ящик на карте Хэллоуинской. Окей, давайте, братишки, давайте. Ну, страйкерочек, ну не наводись ты животное. Вот какой-то, ребят, животное у нас здесь катается на карте и пытается навестись. Ах ты маленький песос-то, а? Чтоб ты сдох, падла поганая. Вот, не обращайте внимания на такую мою бомбежку, просто сами понимаете. Я вроде как бы никого не бью на голдах. И обычно вот найдется какой-нибудь такой ДЦПшник, который всех, знаете, херачит. Он сам за голдами не борется, например, как вот это вот. Изида, зачем ты меня бьешь? Ну серьезно! Зачем? Я тебя не трогал. Видели это чмо кончено, именно меня бил. Окей, переходим к следующему золотому. Так, ребята, у нас очередной золотой ящик на хэллоуинской краске. ЗЛПшка наша продолжается, и я уже вижу точку дропа этой тыковки на центре. Окей, давайте сейчас подождем ее, немножечко не будем нарить нарку так рано, а вот сейчас, в принципе, можно уже включать. И попытаемся эту тыкву отжать. Я уже переоделся на другой корпус, он более толстый, более жирненький. Я надеюсь, у меня сейчас получится. Вот серьезно. Потому что если... Что ты делаешь? Что ты таки робишь, а? Блин, затонированный хотел меня, походу, подсадить, но он немножко у нас сам уничтожился. О, ребята! Он в минус упал, а я отжал золотой ящик. Если честно, я даже вообще не подозревал, что я сейчас его возьму. Окей, переходим к следующему золотому. Так, ребята, у нас очередной золотой ящик. И как вы думаете, где он будет? Конечно же, он будет у нас на центре. Зачем ты меня бьешь? Я, кстати, не пойму этой всей темы. Еще врубил ДДшку, чтобы меня завалить. Ну да ладно. Оставим чувака наедине со своими мыслями. И попытаемся сейчас отжать это золото. Блин, ну кстати, респ у меня не очень довольно-таки здравый. Потому что на Титане нужно поближе подъезжать именно к голду. Потому что в мясо ехать особо мне не хочется. Но и отъезжать далеко тоже не стоит. Так, чуваки. Есть второй просто золотой подряд. Это охереть. Титан даже круче, чем диктатор. Мазафака. Окей. Переходим к следующему золоту. И следующее золото не заставило нас долго ждать. Опять, ребята, очередной голдик, и опять он будет на центре. Это ли не чудо, это ли не сказка? Окей. Давайте нажмем на нетрушку, а потом нажмем на ДАшку и будем надеяться на то, что нас никто сливать не будет. Кстати, затонирован хлам хочет мне подсадочку замутить, но у меня какая-то животина уже стреляет на смоке. Я тебя понял, братан. Я тебя просто понял. Опа. Ребята, спасибо большое за подсадочку вампир и затонирован хлам. Они вроде оба мне пытались подсадить. И, ребята, у нас следующее золото. То есть это дабл сирена. Просто, мать его, дабл сирена. И мы сейчас попытаемся отжать еще золотой. Блин, затонирован хлам. Ну ты понял, да? Я нечаянно сзади тебя резнулся. Так, ладно, мы уже не успеем, мы уже тут не успеем.
Так, 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 давайте сливайте, блин, ну нет, следующий, к сожалению, я не отжал. Ладно. Итак, нормально, переходим к следующему золоту. Воу-воу-воу-воу-воу, ребята. Но тем временем у нас падает очередное золото, и он будет, как обычно, на центре. Блин, серьезно, ну можно, пожалуйста, ну хотя бы один золотой ящик где-нибудь сбоку, где-нибудь там вот в таком офигительном месте, чтоб я прям ахнул, охнул, офигел, и это было очень-очень круто. Братан, ты серьезно хочешь подсадочку замутить? Мне кажется, или нас сейчас сразу сольют? Я тебе прямо отвечаю. Нам сейчас не дадут этот золотой ящик взять, потому что... Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Охереть, он как лагает! Чувак в итоге подсаживал меня, но взял сам. Не, братан, ты меня, конечно, извини, но я на тебя больше никогда не залезу. Это было просто... Дерьмово. Переходим к следующему голову. Так, ну что ж, очередной золотой ящичек на нашей карте. Скоро будет сброшен золотой ящик. Блин, мне кажется, или было бы круто, если бы они сделали, скоро будет сброшена золотая тыква. Да, кстати. Серьезно, мне кажется, вот такое как-то в каком-то году было, а сейчас они это не сделали. Блин, было бы просто охерительно. Серьезно. Золотая тыквка уже летит, а у меня брони нету. Все, начинаем ехать, не ехать, 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 весь прикушение, как же я буду забирать этот золотой ящик и получится ли у меня это сделать, вот серьезно. Блин, ладно, давайте вырубим сейчас нетрушку и попробуем отжать эту тыковку золотую, потому что я ее очень хочу. Я на самом деле уже очень много голдов этих забрал, но если я еще один отожму, я буду, ребята, просто вообще не против. Давай. Ай, да блин, не развернулся из-за того, что у меня сраный титан. Окей, повезло чуваку, поздравляем его за этим золотым и переходим к следующему голду. Так, очередной золотой. Я, кстати, еще не успел переодеться у нас титанчика, поэтому я буду немножечко на титане пытаться опять взять это золото. Окей, не будем никого бить, просто поедем и самоуничтожимся, чтобы быть на полных количествах хп, чтобы там нарочка, у меня все откидесплось и все, в общем-то, было здраво. Так, здесь еще, кстати, падает у нас ДАшка. Давай, Вайтер, ну просто давай, ну отожми этот голдик, я верю, что ты сможешь. Тыковка должна быть твоей, я тебе отвечаю. Так, братан, не надо передо мной прям влазить никуда, я тебе говорю. Давай, есть, просто есть, ребята, отжал, просто унизил, отжал и забрал. Да. Короче, переходим к следующему золоту. Только, мать его, я закончил запись, и у нас сразу же, ребята, сразу, практически сразу выпадает следующий золотой. Офигеть, это офигеть как круто. Блин, ладно, давай тебя, чувак, я уже убью, чтобы ты не страдал, чтобы лишний раз не мучился. И вот так вот самоуничтожимся. Так, погнали. Ну шо, погнали. Вашкареме. Блин, кстати, у меня сейчас рез, ну, достаточно дерьмовый. То есть он далеко. А это, как известно, не круто. И какого хера у меня уже не полное количество хп? Эшкири! Охереть! А как меня так слили? Окей, переходим к следующему золотому. Так, ребята, очередной золотой ящик. Я уже опять пересел на диктатора. И голдик у нас в центре. Точнее, немножко он там сбоку. Но, думаю, вы уже увидели. Ну что ты за животное, зачем ты меня стреляешь? Окей, я тебя понял, братишка. Бог с ним, пусть меня стреляет, мне, в принципе, не жалко. Если он так жаждет, он так хочет, он так желает. Ну, а я просто вот так возьму, занарю немножечко и поеду на эту тыковку. Что, ты меня подсаживать будешь? Хера себе. Прикиньте, это меня подсаживает, чувак, я его даже не знаю. Ай! Нет! Нет! Я уперся в странный крест! О боже мой, это просто вообще забей. Окей, переходим к следующему голду. А у нас, глянь, что... Гоша, вот что ты думаешь сейчас у нас на карте тут происходит? Что? Что? Ну вот шо? Что? Что? Голд у нас тут, прикинь, окаянный. Ага. Привет, Голд. Короче, будем сейчас, ребят, ловить его. Он на центре.
на центре. Голд. Голд, прием, прием. Я Вайдер, я хочу тебя взять. И отжарить. Вот, короче, смотри, Голд, мои, вот эта краска кошмар, видишь, ротики открываются. Он очень-очень хочет один ротик тебя съесть. Твою ж ты душу мотал. Чувак просто взять подъехал, я хотел на эту сраную могилку залезть, не залез, а чувак просто взять подъехал, забрал. Все, ребят, давайте переходим к следующему Голду. Так, ребята, у нас золотая тыковка. Смотрите, какая она красивая. Смотрите просто на эту... Ты взял? Поздравляю тебя. У нас Кирюхан там тоже еще берет золотые ящики. Смотрите, как просто какая точка симпатичная. Ну, просто вообще офигительно. Так, ладно, налюбовались ей. Сейчас по бырику, по шурику, ребята, просто самоуничтожаемся. Вот так еще отпинаем немножечко жигу. И берем этот золотой. Ну, просто, ребята, я ничего не знаю, я ничего не хочу сказать. В любой непонятной ситуации просто бери золотые ящики и все. Ну, пошел нахер, педрон. Лагающий. Я тебя не буду подсаживать, это точно. Я лучше сам не возьму, но чтоб я кого-то подсадил. И я взял! Нормально, ребят, переходим к следующему золотому.